Я вот центр выточил вращающийся. Ну, точнее, вот эту часть. Разобрал центр китайский, ну, вращающийся. Стоят там, ну, как разобрал, просто достал, да и все. Он ничем не фиксируется. Стоят три подшипника там, 202, да и все. А это, я так понимаю, просто так заглушено. Ну, в нотях. И капец. Вот. Оказывается, там вот, ну, не видно, конечно. Вот это, вот этот конус, он приваренный к вот этому патрону. Ничего он не точеный. Сварку видно через отверстие. Вот. Как-то так. В общем, вот это 24. Я его сейчас поправил. Ну, были забоины здесь. Когда пытался снять пассатижами, не получилось. Вот. А оказывается, все легко, в тисы зажимаешь и молоточком тах-тах, и он чпок и вылазит. Вот. Ничем не фиксируется. 24. Ну, его иногда не хватает. Надо там то трубку, то еще там что зацентровать. Да и мягкий он какой-то. Вот тут тоже были уже кольца выработаны. У меня там есть СССРовский. Так он гладенький весь, как я не знаю что. Ну, видно там, где работал. Ну, нету ни задиров, ни забоев, ничего. Хороший металл, это какой-то сырой. В общем, выточил я вот такой. Это из полуоси камазовской, ту, что протачивал. Из которой полукольца делал на передний ведущий мост. Я думаю, покрепче будет к задирам. Вот здесь по-любому, ну и потолще он. Размер не мерил, но толще. Вот, короче, проточенное кольцо, вот это, в размер вот этого, потому что оно туда будет прятаться вот так. Ну, соответственно, вот насколько больше. Сейчас вот так его туда запрессую. Не знаю только, правда, как. В деревяшку сейчас упру и забью его туда. Да. Чтобы здесь нигде ничего не замять. Прям пойду сейчас в пенек воткну его, на котором дрова рублю. И засандолю. Вот, это так, наверное, будет правильнее. И посмотрим, что получилось. Так, вот, да, в пенек хорошо. Просто в пень поставил. Тах-тах-тах-тах, и там. Офигенно получился. Он вращается сейчас. Так кажется, что он стоит. Потому что блестит. Зазорчик тут оставил такой мини-мини-мини-минимальнейший. Я не знаю, там, наверное, полмиллиметрика, может. Вот. Как-то так. Ну да, разница имеется. Ну вот. Вот как-то так. Также и достается. Зажимается в тисы. Тах-тах-тах. И все. Будем испытывать. Сейчас поставлю его. И поставлю конус туда. В этот, в переднюю бабку. И посмотрю. Правильно выточил, неправильно. Так, ну чё, все сошлось. Как-то показать тебе. О. Что так сошлось, что так. Но здесь мне визуально вроде бы якобы вот этот центр, он чуть-чуть как бы вниз вот так вот смотрит. Но я думаю, нормально, если
поджимать, он будет отжиматься, как раз становиться туда, куда надо. Мне кажется, он изначально был так. Вот. А может, тут это еще не поджато, поэтому и смотрит вниз. Да, скорее всего, вот это она была не поджата. Короче, оно. А нет, есть он еще один. И это там. Во. Ну офигенно, что. Как-то так. Это первый конус, который я выточил вообще.